Малый и средний бизнес – крупнейший работодатель региона. Об этом говорили на 5-й ассамблее предпринимателей Вологодской области, которая прошла в Русском доме и была приурочена к Дню российского предпринимательства. В рамках ассамблеи подвели итоги работы за год и вручили дипломы победителям городского конкурса «Мы выбираем, нас выбирают». Подробности смотрите далее. В зале на ежегодной ассамблее предпринимателей и представители бизнеса со всего региона. Как руководители успешно зарекомендовавших себя предприятий, так и начинающие бизнесмены. Все принимают поздравления с праздником и слова благодарности. Малый и средний бизнес на Вологодщине сегодня развивается стремительными темпами и оказывает огромное влияние на экономику региона. Сегодня крупнейший работодатель Вологодской области – это малый и средний бизнес. Почти 32%, а это 188 тысяч человек, вологжан, работают в малом и среднем бизнесе. Вы зачастую замещаете некоторые сферы в полном объеме. Сфера услуг, сфера торговли, туризм. Это очень важные сферы для Вологодщины, и не только с точки зрения доходов, налогов, рабочих мест. Это на самом деле имидж региона. Лучшим предпринимателям вручают дипломы правительства области за вклад в социально-экономическое развитие района, в создание социально-ответственного бизнеса. Фамилии всех победителей занесут в книгу почета предпринимателей Вологодской области. Также в рамках ассамблеи состоялось подведение итогов городского конкурса «Мы выбираем, нас выбирают». Уже 16-й год подряд вологжане голосуют за лучшие, по их мнению, предприятия и организации сферы услуг областной столицы. Я считаю, что замечательно, что такой конкурс существует, когда мы можем выбрать тех производителей, которые достойны, те, которые работают не только ради достижения прибыли, но и на благо вологжан. И поэтому другие, когда видят своих коллег, которые номинируются, которые получают дипломы, конечно, стараются в следующем году тоже работать еще лучше, чтобы тоже получить награду. В конкурсе приняли участие около 400 предприятий и организаций Вологды. Всего вологжане отдали за них более 70 тысяч голосов. Победители определяли в нескольких номинациях. Например, лучший производитель молочной продукции и мороженого, лучший торговый центр, лучший ресторан и других. Дипломы победителям вручил глава Вологды Евгений Шулепов. Мы работаем, мы стараемся, мы провели реконструкцию, вложили очень большие средства в развитие предприятия, продолжаем реконструкцию, есть планы на будущее сейчас. И вот то, что мы получаем такую отдачу, обратную связь от жителей города Вологда, Вологодской области, а поставляем мы не только в Вологду, но и, пожалуй, во все районы Вологодской области, это очень приятно. Напомним, конкурс «Мы выбираем, нас выбирают» проводится администрацией города Вологды и Центром содействия развитию предпринимательства и туризма Вологды. Главная цель – поддержка малого и среднего бизнеса, который является базовым сектором городской экономики. Кроме того, не менее важно обеспечить жителей качественными услугами торговли, питания и бытового обслуживания. Егор Канавин, Михаил Прищев, Максим Тышковец, Вологда Портал.